Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Мы давно не виделись. Почему? Потому что я просто была занята. Мы открывали свое производство косметическое в Турции, и у нас вышло очень много новинок, поэтому скоро будет много видео. И сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как аллергия. И это явление встречается достаточно часто в нашей бьюти-сфере. У 15% населения Земли аллергическая реакция на оксидационные красители, а конкретно на компонент парафиндиламин, который присутствует во всех красителях черного цвета. Когда приходят к специалисту, часто клиенты не знают, что у них аллергические реакции. И потом вы получаете вот такие результаты. Опухшие глаза, глаза чешутся, также это, если это брови, то брови напухают и чешутся. И мы сделали такой продукт вместе с классным очень бровистом Натальей Синин, который не вызывает аллергические реакции. А почему? А потому что здесь нет оксидационных красителей. Здесь основа чистое серебро. Краска работает не так, как остальные красители. Здесь не нужно смешивать краситель с окислителем. Здесь есть две фазы. Первый степ – это такая сыворотка с кератином, которая будет увлажнять ресницы, защищать ресницы. И вы просто наносите эту сыворотку на ресницы. И нужно дать буквально одну минуту, чтобы состав впитался в волос. Первый состав – это сыворотка, которая ухаживает за ресницами. Когда вы ее нанесли и подержали буквально 1-2 минуты, нужно убрать излишки. И дальше будем наносить степ 2. Степ 2 состоит из серебра. Серебро находится у нас в организме, поэтому наш организм хорошо воспринимает серебро, все носят серебряные украшения. И сам по себе продукт, он имеет такой светло-коричневый цвет. То есть в нем нет красителя как такового, нет ни прямого красителя, ни оксидационного. Но сейчас будет магия. Смотрите, когда краситель попадает на прядь, где был первый степ, у вас моментально окрашивается в черный цвет. Смотрите, какой мэджик. Ресницы будут очень быстро окрашиваться. Главное правило – защищать хорошо кожу вокруг глаз, потому что данная краска очень ярко окрашивает и кожу, и если у вас попадет состав на кожу, просто будут темные пятна. Также в чем преимущество данного красителя? В том, что обычные красители на ультрафиолете, на солнце, они выгорают, а данный краситель, он наоборот усиливается, то есть он будет темнеть. И поэтому эта краска держится дольше, и она очень стойкая. И сейчас я вам покажу видео, как же Silver Tint работает на ресницах. Видео я сняла Наташа Синин. Изначально очень хорошо защищаем с помощью скин-протектора кожу. Дальше берем первый степ и наносим на ресницы кисточкой и выдерживаем 1 минуту. Выдержали 1 минуту, убираем сухой палочкой либо сухим ватным диском. Это очень важно, не смываем. После этого берем степ 2, он изначально такой прозрачный, чуть-чуть желтоватый. Только вы поднесете его к ресницам, он сразу моментально станет у вас черным. Выдержать нужно 2-3 минуты, этого будет достаточно. И дальше вы смываете уже водой, но если вы не защитите кожу и у вас попадет степ 2 на кожу, то он очень ярко окрасит кожу. Также можно окрасить как верхние ресницы, так и нижние ресницы. И Silver Tint супер подойдет после ламинирования, потому что pH у продукта около 6, то есть он очень комфортный для нашего организма.
для наших ресниц, он не разрушает белковую структуру волоса, а после ламинирования, когда вы будете использовать степ 1, как раз ресницы будут наполняться кератином и будет закрываться кутикла. И уже степ 2 будет вам давать насыщенный черный цвет, не вызывая аллергические реакции. Напишите обязательно в комментарии, сталкивались ли вы с аллергическими реакциями на красители. Я надеюсь, вам информация была полезной. До скорой встречи, всем пока!